Ну и к другим темам переходим. Подорожает ли проезд? Этим вопросом озадачились ярославцы. Сегодня многие в 46-х маршрутках увидели объявления, на которых указано, теперь за проезд вместо привычных 23 рублей нужно выложить 26. С чем связано повышение? И коснется ли оно других маршрутов? Первый ярославский спросил у представителей мэрии Ярославля. Пока на сегодняшний день у меня такой информации нет о том, что кто-то из перевозчиков планирует поднять стоимость проезда в том или ином виде транспорта. В соответствии с 220-м федеральным законом сказано, что регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – это перевозки, которые, на которых тариф устанавливается перевозчиком самостоятельно, то есть перевозчик сам устанавливает.